Так, выстроила я систему, пришлось здесь еще доделывать. Четвертных слишком много сделала. Лоханулась. Не посчитала и просто так бабахнула, и получилось очень много. Ну ничего, на всякую мелочь пойдет. В общем, вот такая стена. Красотень. Сейчас можно все переложить, да? Вот, хорошо. Итак, что мне нужно было? Мне нужно было еще бронза. Может, хватит уже этой бронзы? Так, хорошо. Значит, что я там делала? Я делала какую-то фигню. Вот эту. Блин. Как это запомнить? 4 гладких камня, 4 глины, 4, 4. В общем, бронзы, остального по 4. А! А, есть. Так, раз. Зачем я 12 штук беру, если мне надо их 8? Блин. Да, мне надо их 8. Остального по 4. Так, раз, два, три, 4. Так, лапки здесь. Итак, спасибо. Хорошо, тир 4 могу сделать. Нафиг надо эти тир 4, если на медном слитке палка или пропитанная палка. Если все равно оно ничего не меняет. А, ну, наверное, надо для того, чтобы потом продвинутое там железо пойдет и так далее, да? Дайте медный слиток, дайте мне палок. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой! Боже, орет так, как будто бы, блин, базис сюда. Ну что, открыли мы. Здесь я сделала все, да? Раз оно так кричит. Пришли к алюминию. Ах, опять книжка. Так, бронза. Базис 4 штуки. Бронза 4 блока. 4×9 36. Ну что, пошла я рубить, доставать бронзу и делать всю вот эту ахинею. Ну а потом встретимся, да? Камня у меня 0, да? Этому делу мне нужна куча камня. Жарь. А я пока буду рубить. Так, произошли у меня здесь серьезные изменения. Я доделала вот здесь вот этот потолок, пока камень вот этот аппарат добывал, потом плюнула на все. И вот сделала вот такую систему с добычей сразу 8 блоков.
конечно, не сразу я все 8 добываю, падают они иногда, но, во всяком случае, получше я сейчас вот могу. Вот, видите? И тут же... Блин, встань, Лена. Все, кирка навернулась. Да, конечно, хреновато это все, но я быстрее делаю, чем... Он у меня собирает. Как-то там, ну, очень медленно. Мне надо на золото, на бриллианты. Так, зачем же ты... Ай, черт, мне ж кирку надо сделать. Есть еще. Ай. Вот так вот и делаю. Так, вот камень еще есть. Хорошо, перенесла все сюда, вот чтобы здесь и березки росли, ну, или другие растения. Хотя вряд ли здесь сосна вырастет. Ну, может быть. И вот этот аппарат сделала. Вот что-то на... Как показать, так, блин... Все сожрало, а так ничего было, ничего. Так, что здесь? А, нет, да. 2, 3, 4. Здесь, как всегда, через воронку только дерево. Блин, зла не хватает. И что я подумала? Вот у меня можно больше другие какие-то добывать потом. На двойке надо посмотреть, на, то есть это третий уже, да, это третий тир. Посмотрю, потому что, например, вот этого мне уже достаточно. Можно поменять на что-то другое. Так, давайте пойдем вот таким вот путем. Так, вот, например, медную руду, да? Ну, вот, третьим тиром я могу добывать медную руду. Хорошо. Это, скорее всего, я не могу добывать пятым тиром. О-о-о. А железка каким тиром добывается? Четвертым. А уголь каким тиром добывается? Вообще вторым. Можно землю заменить, у меня ее там тоже много. А... Так, что у меня тут? Так, тин. Так, никель наш. Пятым. Ой, 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 у меня загорелось. Все, хана. Блин. Чего ж ты загорелась-то? Ах ты! Я молодец, да? Хоть бы не провалиться. Наверху-то ладно, горит и там пропадом. Черт! Строила себе. Перенеслась-то. Надстроила, блин. Да что ж это такое-то? Так. Да ёшкин ты кот! Нормально столько времени было, сейчас все загорелось. Что, издеваетесь? Ну я сейчас тебе сделаю из этих. Нет, это, наверное, дерево загорелось, из дерева перенеслось все сюда. Ну вот, представляете, чего наделала. Поверила в дерево. Славой шутки плохи. Так, лава.
здесь заменить. Вот именно напротив, да? Ой, а я ж не могу, я ж потом это все снесу к чертовой бабушке. Черт. Хорошо, что еще не снесла. Делала. Вот гадость, да? Где-то я здесь видела. Нормальненько. Вот такое я, конечно, делаю, это то, что надо. Да. Молодец. Значит, на чем мы вообще остановились? Остановились мы на книге. На... Ага, тир 4 надо сделать. Я что, его не сделала? Подождите. Вот же у меня тир 4. А их что, надо там миллион? А, я не забрала. Блин, бля-бля-бля. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вот. Итак, вспомнить. Бронзы мне надо 4 блока. И 4 вот этих техниш. 4 этих техниш делаются. Раз, но. У меня есть один, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее. 15. 12. Так, раз, ой, не камень, два, три, дай бог память, раз, два, три, это дело посередине, и вот бронзовых надо, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну ладно, дайте мне, эй, стак. Да.
и мне надо сделать такую вот фигню, вот эту базис. О, блин, потом забыла. Блин, 8 надо, да? Видим? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 надо. Хорошо. Что, на 3 никак? Ладно, так пощелкаем. Подожди, это сюда, это все сюда. То, значит, 4 ба, да, да, 4 базисных, синяя и 4 блока бронза. Выходи на родину, будем с тебя блоки делать. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Уже берите. И синюю бумажку. Бумажка у меня... побольше наделаю. И так, книжка делается, бумажка сюда, не помню, куда блоки, по-моему, верно, да. Фу. Так, сейчас я могу, значит, железо и алюминий. У меня где-то были эти куча светло-серых моих блоков. Ой-ой-ой, сейчас мы добываем нефть. Блин, палочку надо сделать архитектурную. Смотреть книжку, как делается. Либо вот это вот настукивание совершенно не делал. А где мой тут? Так. Класс. Мусор вечный. Куда бы камень спустить? Камень 2. Что тут мне дали еще алюминия? Отлично. Еще железо. Еще железо. Ну сейчас наконец-то мне кирку разрешат сделать железную. Выкинуть бумажку. Нет, я собиралась сделать... А, нет, правильно, бумажку выкидываю, потому что вот у меня есть эта штука. Сейчас... Так, хорошо, я это сделала. Сейчас будет железо с алюминием, потом по блоку. И переходим к кирпичам. Через алюминия. Коксовый печь.
не переборщиться. Я сейчас хотела посмотреть совсем другое. Я хотела посмотреть книжку. Нет, не эту. Вот эту. А здесь палочка. Да, вот. Бронза. Четыре бронзы, Лена, как всегда. Нет, она ерундой позанималась. Четыре и бронза. Так, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, складывать некуда. Хорошо, бронза. 34 минуты, 4 минуты, 4, хорошо. Листик. И деньги, да, там? Замечательно. А это что? То есть я сейчас могу мелкую палочку, каменную, да? Хоть каменную. Интересно. Палки есть здесь? Фигушки. Все-таки нужно. Блин. Ну хорошо. Ой. Держи, это тебе. Вот сейчас будем нормальненько так строить. Хорошо, с этим разобрались. Деньги назад. Ведро керамическое. Тир-4. Это я могу. Алюминий и железо, наверное, да? Да, железо могу, алюминий и железо. Тир-4. Значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас уберу вот это вот третьим тиром вообще. Или нет, или землю лучше убрать. И потом буду менять. Когда нужно, тогда я буду делать. А здесь поставлю тир-4. Да? Чем убираешься? Кирку я сейчас железную могу сделать. Железо я все унесла, да? Я молодец. Сейчас я еще сделаю. Ага, сделаешь ты. У тебя нет железа, 3 штучки. Интересно, а если сюда 9 поставить, он по 10 будет делать? Может, про
экспериментировать. Хорошо, давайте. А вот у меня три палки есть. Ура! У меня есть нормальная кирка. Сир, три. Ну и как ты собралась это все строить? Сейчас железных зашибись, я уже все перемолола. Железо. Здесь у меня нету железа, значит сейчас будем добывать железо. Ой, опять камней не хватает. У меня 12. Ой, я же как пьяная хожу. Давай, делай мне камень. А, нет, стоп, стоп, чуть не забросила туда внутрь. Камня больше у меня нигде нету. Вот же, Лена. Блин. Вот, железо я себе наделала. Превосходно. Так, здесь мне надо 38, 36. Сейчас пойду поставлю 36. Заработала. Ой, пардон, пардон, пардон. Так, землю, куда эту еще? А, да, земля же у меня здесь. А.
Фу. Ну что, в общем, все, наверное, хватит на сегодня. Чем займемся в следующий раз? А, я не сделала блок алюминиум мавый. Так, давай сделаем, я сделаю блоки. И все. Кирпичи доменной печи, потом доменную печь поставим. Ну, в общем, это все будем делать потом. Так, денежку бэк. Так, да еще. О, нет у меня алюминиевого. Все.